Добрый день. Хочу рассказать вам, чем отличается Google Chromecast 2018 от Google Chromecast 2015. На самом деле ответ – ничем. Теперь более подробно вам об этом расскажу. Значит, была модель 2013 года в новом совершенно как бы дизайне и с новой внутренней начинкой. Она появилась в 2015 году. Вот. И, наконец, когда прошло 3 года, уже вроде как бы нужно было обновить, Google выпустил с такой же аппаратной начинкой, но в новом дизайне эту модельку. Сейчас я вам ее вот вытакну здесь и покажу. Вот она. Это модель 2015 года, и вот в другом месте у меня модель 2018 года. Вот, то есть мы видим, что у нее была глянцевая поверхность, а стала матовая. А также еще Google, или точнее тот, кто производит этот Google Chromecast, немножко похитрили. Они где-то там написали, что что-то у них там на 15% стало быстрее. А на самом деле, что они сделали? Они в программном обеспечении, когда у нас есть видео с частотой 60 кадров в секунду, принудительно его программными способами меняют на 50 кадров в секунду. И таким образом они устраняют зависание за счет уменьшения качества видео. Но на самом деле на обычном телевизоре частота обычно как раз и есть 50 кадров в секунду, поэтому бессмысленно ее туда передавать частотой 60 кадров в секунду. Таким образом 50 делим на 60, получаем 15% увеличение якобы производительности. Хотя аппаратная начинка такая же, как и раньше. Но Google честно стал продавать это новую модель 2018 года по такой же цене $35. У нас же в России эта модель там на 20-30% дороже стоит. Поэтому если выбираете, не надо покупать модель 2018 года, покупайте модель 2015 года. Но единственное, в ней недостаток не попался. Там была вилка не российская. Вот. А так, в принципе, можете сэкономить несколько сот рублей. Спасибо большое за внимание.